Щосуботи, зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ -ФМ». Приветствую вас из студии Киев-ФМ, это программа «Кава с молоком», я Габріла Масанга, и сегодня у меня в гостях режиссер, актор, телеведущий Павло Костіцин. Привет, рада тебе вітати. Здравствуй, дорогая, спасибо большое, что пригласила. Единственное, что давай будем честными со слушателями и зрителями, сейчас у меня в стакане кофе без молока. <laughs> я знаю, что ты любишь каву без молоком, тому я тебе сама и запропоновала каву без молока. бо я, до речи, мне ты знаешь попало, как то говорить, впало в око в якомусь интервью я е, прочитала, что ты пьешь любишь каву без молока. Ну это просто, знаешь, такие физиологические особенности организма. Ну, ну вот есть мужики, которые не переваривают молоко. Я я из тех. Ну, наверное, в этом есть и хороший момент. Сразу понятно, что взрослый здоровый мужик, который давно оторвался от груди матери, знаешь, самостоятельный, как бы может за себя постоять. Классно. Як твой настрей? Сев... Уже хорошо. Все. С утра было плохо? Ты знаешь, до чего да, я запытал, да? Вообще ты... на твоей странице в сторис я э, э, прочитала, что что-то настроены, то че погода так подела, че что-то сталось. Ну, э, знаешь, если я сейчас начну глубоко копать в этом смысле, э, люди подумают, что я психически неуравновешенный человек, а все-таки хочется создать впечатление здорового, нормального человека. Вот. Ну, бывает так. Я сова, люблю поспать, а когда меня рано утром будет, конечно же, нет никакого а, настроения. Ось. Да. То це, Только це, с этим. Это все собственно. наша программа Ранкова кава с молоком» Тебе так рано сегодня в субботу разбудила. Окей. Ты знаешь, я с тобой познакомилась еще в 2000-х. Роках, мені здається. Ти так говориш, як будто це, було, це знаєш, там, в, ні, знаєш, в прошлом тисячі літання. Мені хочеться сказати, що в, в далеких 90-х ні. Я була в тебе на програмі ану, а, м, кохання з першого погляду. Якщо ти пам'ятаєш, Ну, програму -то я помню, а, а, от... Мене на програмі саме. Я, була, я прийшла туди з брюнеткою з довгим волоссям на кастинг. А от саме на саму програму я змінила свою зовнішність, а я була коротко постановлена, Трижена и блондинка. Ты была у нас на любви с первого взгляда. Точно, Габи. Я, я вспомнил этот шикарный момент, когда ты нам практически испортила запись. Сорвала, сорвала. Ну, знаешь, хорошо подъехала, я тебе хочу сказать. Обычно, когда меня на улице встречают, ну, желающие получить автограф там или сфотографироваться со мной, а я вас помню еще с любви с первого взгляда, и я сразу чувствую свой возраст, знаешь, в этот момент. Думаю, это было 20 лет назад, значит, это смотрели, когда были маленькими. Плохой комплимент. Я когда-то с такого вопроса а, начал свое первое в жизни интервью. А, мне посчастлив... посчастливилось а, взять интервью а, перед концертом в моем родном городе у Лаймы Вайкуле. Uh -huh. Я тогда работал там на маленьком городском телеканале, и я тоже, вот, знаешь, весь просто а, ну, в облаках парил боже, звезда такой величины! Я никто! И я сейчас с микрофоном буду с ней разговаривать! И вот первое, что я в гримерке ей сказал. А, знаете, я вот все детство слушал ваши песни, и, и по ее реакции я понял, что э, видимо не первый журналист, который uh -huh. так начинает, э, и она так снисходительно так похлопала меня по плечу. Мол, мальчик, ну понятное дело, что. <свят> все вы росли на моих песнях, это приятно. Ну, а в этом смысле, что ты в детстве принимала участие в любви с первого взгляда, меня абсолютно ни капельки не обидело. Все хорошо. Все хорошо. <свят> я, <свят> я нормально отношусь к своему возрасту. В принципе, 46 лет. Что за возраст? Жизнь только началась. Ну, видишь, просто, что я в тебе была тогда на программе, а сегодня ты в мене на программе «Кава Вот зубков. как все повернулось. Я ось, вот, да, А розумієш, ты до э... Я ты... до этого, а Понял. не про э, <laughs> А я все о своем, понимаешь, о своих комплексах. <laughs> А, але я знаю, що першою твоєю роботою а, це було радіо. Розкажи, ти працював в Києві е, на одному з українських радіо. Не будемо говорити, яке Смотри, в копати так глубоко, то э, моя робота э, в медіа почалась гораздо раніше э, в моєї радної маленької провінціальної впаторії на студії городського проводного Радіо. Ага. Когда передачи мы еще записывали на таких вот профессиональных родийных огромных магнитофонах такие были блины магнитно ленты знаешь там и монтировалось это все ножничками знаешь там склеивались вот какие-то кусочки интервью и всего прочего да это было очень давно а, вот и или какие уроки? уроки? ну я еще по-моему последние классы школы заканчивал угу. и вот а, пришел на студию городского радио и хотел ну, что хотел пришел и сказал хочу в эфир вот а мне спросили что ты можешь мальчик ну могу это это попробовал вот было у меня там несколько программ в принципе как по мне в принципе, как по мне, все очень закономерно. Э, городское радио, городское телевидение. Областное радио, областное телевидение. Национальное радио, национальное телевидение. То есть э, я, состоявшийся профи, прошел, как говорится, горнило э, вот этой индустрии. И знаю все, как устроено изнутри. Поэтому так спокойно, э, может быть, даже отчасти вальяжно чувствую себя э, в тот момент, когда включается микрофон или камера. Классно. Не сумуешь за радио? Я знаю, что в Киеве ты досить поважную посаду занимал, ты был программным директором. Да, программным директором я угу. был. Ну, знаешь, когда слышу вот сейчас свой голос бархатный в наушниках, то, конечно, понимаю, что без него украинское радио... Потеряла многое, да. <laughs> вот, на самом деле. вот шутка, шутка, шутка. Не, не обижайтесь, коллеги, я с уважением к вам отношусь. Вот, но если бы была возможность запустить какой-то интересный проект, вот, я бы с удовольствием вернулся и поучаствовал, потому что это совершенно другая история. Вот творить что-то исключительно голосом и звуками – это очень круто. Но и ты цевмешь, Мы... да, ты озвучиваешь да. фильмы и мультфильмы. Да, да, да. От я б хотіла навіть, щоб ти е, щось от сказав. Я не знаю, як це як це в тебе виходить, як ти міняєш голос, е, ну це ну дуже крутецько виходить. Ну, якщо е, наші слушателі. Почему «если»? Я думаю, что многие наши слушатели э, видели в кинотеатрах все три части э, мультфильма полнометражного «Никчемный я». Да, 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 Me. да. И да, там я играю мультик. суперзлодея Грю, да, вот этого носатого в шарфиком. Кстати, чем-то даже на меня похож немножко. Вот. Э, я помню... Первый, первая часть э, была выпущена в 2010 году. Сейчас 21 уже 11 uh -huh. лет прошло. И когда меня пригласили на кастинг, меня же не просто взяли там. Паша, приходи, будешь озвучивать. Был серьезный кастинг, в который отправляли в Голливуд, на Universal Pictures все эти голоса. Со всего угу. мира их всегда прослушивали, утверждали. И представляешь, какое было счастье, что вот мой голос понравился, его утвердили. А в конечном итоге, после того, как звуковая дорожка была сведена, она сводилась на лондонской студии Universal и э, тогда там какие-то уважаемые, да, там боссы, да, продюсеры сказали, что вы знаете, ваш украинский грю лучший грю Европы. Вау, круто, Это было загали. просто, знаешь, как вот бальзам на душу, что вот мои старания и вот такой вот дебют э, в дуближе, он был настолько успешным. Як ты шукал свой голос, Привет! вот. Ну, М -м -м -можешь зараз повторить история, история <свят> этого голоса, она вообще уникальная. Когда я пришел на кастинг, супервайзеры проекта попросили меня, ну, то есть они получили задание да. от Universal э, сделать в Украине его с каким-то, как они сказали, э, балканским акцентом. Ну, там, э, Хорватия, Черногория, да, но это угу. ж все же наши братья-славяне, да, и вот... Для них, для американцев, наверное, это люди, которые говорят с каким-то особым акцентом, но на английском языке, да, там же тоже кириллица на Балканах. А, а, а у нас какой-то может быть акцент? У нас тоже кириллица. Мы, мы <св> теми же буквами угу. и звуками пользуемся. И мы сидим все, у нас голова кипит как, как же сделать этот балканский акцент? И вот уже когда э руки э практически полностью опустились у всех, вот в студии я так посмотрел на эскиз героя да, моего, посмотрел mm -hmm. такой вот лысый, носатый, в таком приталином пальтишке, шарфик, да, через шею переброшенный. Не хватало только беретька и говорю, так, ребята, какой балканский акцент, я говорю, француз перед нами француз типичный, говорит, давайте сделаем его с э, французским акцентом, да, uh -huh. сделаем вот, вот с этим посмеемся. Ну, Паш, ну просили Я говорю, давайте сделаем, вы отправите, и тот, и тот вариант. А, в конечном итоге Утвердили французский акцент, а во второй части появляется европейская линия моего героя. Uh -huh. и, и они там тоже все кахтавят, а не выговаривают и, и, и так далее, и так далее. Поэтому, в, в принципе, э, вот мое участие в дубляже этого мультфильма э, так или иначе косвенно повлияло на, uh -huh. продолжение, на, да, э, э, на продолжение этой серии. Классно. А з твого досвіду, оскільки ми там заговорили і про радіо, і про дубляжі фільмів, як ти вважаєш, чого зараз не вистачає на радіо? Яких програм можливо? Могу чесно відповідати? Ну, звичайно. Ну смотри, Габриэла, если уж по чесноку, то скажу, что, как по мне, не в программах дела, в подходе. Вот, в подходе и в профессионализме. Mm -hmm. Потому что зачастую, вот когда едешь в машине, слушаешь радио, или каким-то образом там, там, попадает ä, тебе в уши какая-то волна, ребята, нужно... Правильно говорить угу. Учитесь правильно говорить. Потому что слышишь программы на русском языке, на русском плохо говорят, слышишь программы на украинском языке, на украинском плохо говорят. Это же, как любая другая работа, требует профессионального подхода, требует знаний, требует навыков, требует постоянного совершенствования. И если раньше я себе и представить не мог, что я, неправильно выговаривая те или иные слова, попаду в эфир радио или телевидения, то сейчас все очень просто. Mm -hmm. Все очень просто. И это транслируется на огромную аудиторию, на кого равняться людям, где научиться правильной красивой речи. Mm -hmm. Для меня всегда было там телевидение или радио этот взирать, да, вот не знаешь, как правильно слово сказать, не знаешь ударения, слышишь диктора и понимаешь, а ну да, вот все по радио сказали, значит вот 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 так правильно. Вопрос даже не в том, чего не хватает, не хватает профессионализма, каких программ не хватает, не хватает профессионально сделанных программ. Mm -hmm. И здесь вопрос к подходу, вот к отношению. У меня всегда к моей работе было трепетное отношение, если я садился в кадр или перед микрофоном. Подготовка, естественно, большая. Вот я видел, как ты готовилась к эфиру. Ой, ты так рассказал, гимнастика. что я аж прямо задумалась, ну, мы так правильно, uh, правильно, что я вымовляю все слова. Ну, мы с тобой сидели и перед так. началом эфира делали артикуляционную да. гимнастику. Это угу. элементарные вещи, которые любой ведущий должен Ну, это завжды, да. да, 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 да. Так. Ну, вот ты говоришь: ну, ну да, это, угу. это как обычно. А многие считают, что не... вот вышел, там, встал, и из и постели поднялся в душ не зашел, в носу поковырялся, сел перед микрофоном. Так не бывает. Голос должен проснуться, голос должен заработать. Вот я говорю о таких вещах, угу. которые, наверное, многим не интересны, но, блин, в, в конечном итоге, э, когда ты из каждого утюга слышишь э, вот эту какофонию неправильных звуков, конечно, это меня лично раздражает. А ты, взагали, радио часто слухаешь? В дома слухаешь радио? Нет. Зазвучай в машине. Это только в машине, да. Угу. это, а... это, это, это Радіо Києв позвучало... образливо? Ні, ну я вирішила, я вирішила запитати. І зазвичай Радіо Київ ФЕ. Так. І його теж. Ти вже кілька років поспіль є незмінним ведучим програми битви. Скажи, ти відразу погодився стати ведучим цієї програми? Чи були в тебе сумніви? Адже все-таки. Ну, как на мене, працюешь с такими и с, и, и, с мистичными силами. Вот видишь, я до конца дослушал твой вопрос, не перебивал тебя практически. Так. Вот это тоже момент очень важный, когда собеседники в кадре, будь то радио или телевидение, должны. До слуха ты. Да, совершенно верно. С уважением относиться друг к другу, не перетягивать одеяло на себя тоже вот такой вот момент. А я постоянно слушаю. Вернемся к вопросу, да. Габи я очень долго ломался. Я просил у, у СТБ миллиард долларов, на я не соглашался, но они дали миллион, и тогда я пришел к ним работать. Ну, нормально, миллиард, миллион. В Ого! Ого! Если серьезно, там тоже был огромный кастинг. Знаешь, у нас у актеров судьбина такая нелегкая, знаешь, как была в свое время поговорка: тяжелая неказиста, жизнь советского артиста. Мы постоянно на кастингах, постоянно на пробах, и сколько бы лет нам не было, и какой бы опыт за плечами. Вот мы с собой не носили. Мы постоянно на кастингах нас выбирают, мы выбираем нас выбирают. Тоже есть такая поговорка. Вот и тоже был кастинг. Проект запускался. Это был далекий 2007 год. На СТБ еще не было таких широкомасштабных форматных проектов. Это был первый, да, первая, ласт... первая ласточка такая была. И в конце. Августа уже должна была быть премьера, а ведущего нет. Угу. Перепробовали, как говорит моя подруга Виноградова, и мертвых, и живых, всех. Нет ведущего. Вот, вот, вот никто не подходит. И кто-то посоветовал Бородянскому Владимиру Владимировичу, на тот момент руководителю канала, а попробуйте Костицына. У него сейчас на Интере никаких проектов нет. Э -э, пусть uh -huh. такой вот он сейчас изменил имидж, да, побрился налыс, бородку отрастил. Там... Uh -huh. Давайте попробуйте его. Вдруг подойдет. Да, я пришел на кастинг. Вот мне коллеги на Интере говорили: э Паша, куда ты идешь? СТБ? Нет такой кнопки на пульте телевизора. Ты что? Ты, ты, ты уходишь там с главного канала страны, уходишь в, в никуда? А для меня было очень интересным и заманчивым предложением поработать совершенно в ином фор формате, э доселе мне неведомом э реалити-шоу. Вот пришел на кастинг, как говорится, пришел, увидел, победил. Э -э утвердили сразу же. Э дольше продолжался кастинг очков которые мне честно тебе скажу с десятой попытки мне нашли там нужную оправу это уже форма. кстати новая новая uh -huh. форма сейчас совершенно другие вот но да это тоже было незабываемо и в конечном итоге именно из-за проблемы поиска ведущего выход в эфир битвы экстрасенсов состоялся не в начале телевизионного сезона как это обычно бывает в конце августа а в октябре то есть ну Uh -huh. тем не менее 14 лет в эфире я считаю что это э, не быко досягнание uh -huh. потому что мало э, таких проектов как битва на украинском теле ну, разве что э, карауки на майдане э, контратюка в этом знаю, смысле йде, э, ну, в любом случае Игорь ну, так. э, переплюнул как бы меня по продолжительность. Ну, если да. бы я не <свят> пошла с погоды, то я бы тоже, я достаточно погоду тоже очень долго вела на одном из телеканалов украинских. Ты вообще сам веришь в мистику в надприродні? Ну, было бы глупо, если бы ведущий битвы экстрасенсов сейчас сказал, что ничего такого не существует. Знаешь, человек такое существо, он боится и отрицает все, что ему неведомо. Вот угу. все, что мы не знаем, нас пугает, нас отталкивает, нас настораживает. И я всегда отвечаю на вопрос, э, а настоящие ли экстрасенсы у вас э, в проекте? Я говорю, э, ребят, если в своей жизни вы э, с чем-то никогда не сталкивались, это не значит, что этого не существует. Логично логично так. и это касается не только мистики и паранормальных явлений это касается всего буквально в жизни все что нам неведомо нас пугает нас отталкивает настораживает я в этом смысле не исключение но учитывая то что мистикой пронизана вся моя жизнь с самого рождения как сказать что я в нее не верю Назови это мистикой, назови это высшими силами, божественными силами как угодно назови. Но э, я вот такой маленький факт озвучу, который в принципе не, не является эксклюзивом, но э, я думаю, мы закроем эту тему. Э, я родиться не должен был. Моя мама перенесла операцию такую э, сложную э, после внематочной беременности, э, когда врачи сказали сразу: что больше детей не будет. Забудьте об этом. Угу. А я появился. Вот. Да. Так сильно меня хотели. И я в этот момент, когда узнал эту историю, когда мне мама, там, не знаю, там, наверное, на каком-то 14 или 15 году жизни она поведала мне эту историю, я понял, что, в принципе, наверное, для чего-то особенного я родился. Мы, нам всем кажется, что мы не случайно пришли в этот мир, да, но здесь есть какое-то Очень знаешь, факт, знаєш, э, що не просто жизнь прожить зробити нужно свою буде. місію. Тут... Нужно будет так. Ну і все ж таки, ти кажеш, закриємо це запитання. Я хочу все-таки запитати, що до тебе, напевно, дуже часто зверта... звертаються друзі э, за допомогою, можливо, так як э, ти працюєш на такій програмі, там, чи можеш порадити якусь там. Э, Мага, там, допомогти... Тебе? В, Тебе нужно? чьей в, 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 в ситуации. Ну, мне пока что не треба. Слава Богу. Вот. Или чи, чи вообще такое бывает? Ну, люди, твои друзья или знакомые? Ну, знаешь, Габи, я всегда говорю, э, живите правильно. Не желайте и не делайте никому зла и тогда вам точно не понадобится помощь экстрасенсов, потому что вот этот принцип бумеранга, так называемый, его никто не отменял. И вам может казаться, что прилетело совершенно незаслуженно, сто процентов заслуженно. Вы уже забыли, вы, может быть, где-то набакопорили, там, я не знаю, 5-10 лет назад, но оно вас догнало. Uh -huh. Это обязательно. Ну, справедливость, знаешь, вселенская справедливость, она существует. И э, я больше всего в жизни не люблю лицемерие и несправедливость. И вот когда эта справедливость торжествует, вселенская, я очень, я очень рад. А друзья, возвращаясь к вопросу, там и знакомые, обращаются, естественно, очень часто. Но после одного э, случая, э, очень неприятного, да, когда ко мне обратилась за помощью... Известная украинская артистка, помочь э, своего сына избавить от наркотической зависимости. Вот, и я вроде бы с благой миссией, вот, но предупредил. В любом uh -huh. случае ответственность на вас. Вы делаете этот выбор. Потому что, э, знаешь, копаться в потустороннем э, всегда тоже есть эффект. И хорошие специалисты, я имею в виду там, экстрасенсы, э, маги, они знают, как э, эти моменты нивелировать. Плохие, соответственно, не знают. И это все а, валится на голову человека, который обратился за помощью. Поэтому сто раз подумайте, кому вы обращаетесь за помощью. <San Francisco United States> это не только экстрасенсов касается, а, к врачам, к стоматологу, я не знаю, там, а, к сантехнику. А, в каждом деле должны быть профи. Вот если вы к профи, будьте спокойны. Так вот, эта история закончилась тем, что а, люди, там, как мне потом а, пересказали, Три дня находились в состоянии: знаешь, когда их там выворачивало наружу, в прямом смысле слова, да. А, ну, а я-то здесь при чем? Mm -hmm. Ну, а я-то здесь при чем? Я предупреждал, что ответственность в любом случае э, на вас. И в очередной раз убедился в том, что благими намерениями э, дорога услана в ад, и э, с тех пор. Я больше не занимаюсь таким посредничеством, э, никому никого не советую, никого, никому не привожу. Э, хотя кто-то говорит, почему нет? Можешь же брать процент, зарабатывать на этом. Ребят, я помню о принципе бумеранга. Я, Теж я завжди всім кажу, що все вертається, все назад вертається і ще вдвічі більше може повернутися, да, чим да, ти да, того да. очікуєш. А, в багатьох інтерв'ю я читала, що ти говориш, що з 12 років ти вже грав в театрі. Ось мені цікаво, ну в маленькому, в я, театрі. Я, я розумію, ну, з 12 років, звичайно, да, що да. в маленькому. А Кто тебя привів до, до театра? Потому что, знаешь, что, тато э, був моряк, мама э, тебе У меня родители вообще никакого отношения к шоу-бизнесу, к театру, к кино не имеют. От слова совсем. Угу. вот блата какого-то, знаешь, там э, знакомств и всего прочего этого не было в моей жизни никогда. Никто меня никуда за ручку не приводил, никуда не устраивал на работу. Это, знаешь, как вот угу. как перед крестом святым, знаешь, говорю и абсолютно. Не боюсь последствий, Но потому, что, до... потому что это правда. Uh -huh. а, а привели меня в театр мои одноклассницы. Вот О -о -о. я, я где-то уже рассказывал эту историю, Кличула. когда э, в школе висело объявление: что идет набор в труппу детского театра: там, приходите, нужно рассказать басню, спеть песню, станцевать какой-то танец. Мы как раз э, в школе э, проходили басни Крылова, Я думаю, ну, почему нет? Девчонки тянут. Ну, хотите, схожу с вами за компанию, расскажу басню про волка и ягненка. В общем, пришли мы на этот э, когда еще кастинг не назывался кастингом, да, на отборочное прослушивание. Пришли, рассказали, спели, станцевали, их не взяли, меня взяли. Класс! Вот так бывает в жизни, хотя я абсолютно не собирался связывать свою жизнь ни с театром, ни с кино, ни с телевидением. Я собирался в тот момент четко уже знал, что я буду пилотом гражданской авиации. Меня просто заводили самолеты, знаешь, двигатели реактивные, запах авиационного керосина на летном поле. Все, я я был практически уже состоявшийся, я был практически уже состоявшийся пилот. И какой театр. А тут бах и все вот так с ног на голову. Бачишь, я... И я счастлив, о... что так произошло. По, -по цей день в шоу-бизнесе, скажем так. <laughs> Судьба. Судьба, Судьба. От не уйдеш. Я знаю, що ти народився в Євпаторії, а потім проживав на, на Чукові. На да. да. А як так вийшло, що ти знову повернувся в Україну? Ну, в советское время заработать достойные деньги честным трудом угу. можно было только на. где-то там за полярным кругом. Вот. В сложных, суровых, погодных условиях там никто не хотел ни жить, ни работать, но страна должна была страна должна была защищать свои кордоны. Вот. И мой отец проработал там во флоте 20 лет, моя мама прожила там 15, я первые 7 лет своей жизни, вот, и когда уже родители решили, что они достаточно заработали для того, чтобы безбедно, да, угу. жить и существовать, как мы тогда говорили, на материке, на большой земле, да, вот, мы переехали в Евпаторию, где у отца была маленькая небольшая квартирка, угу. вот, и во второй класс я уже пошел в Крыму, да. Угу. От, до речі, за школу заговорили, ніде не прочитала. І Яким ти був взагалі в школі? Які тобі більше подобались предмети? Гуманітарні, чи все-таки більш складні? Ну, я алічник. Угу. Скажу більше, я такий, а, ну... такой типичный отличник, да, которого с детства приучили, что в знании сила. И для меня учеба это был как вот такой, не знаю, там, серп и молот, флаг партии, знаешь, к которому нужно было стремиться, и ты понимал, что если будешь хорошо учиться, то все в твоей жизни будет хорошо. Угу. Вот. И первые несколько лет я реально вот гранит науки грыз не окрепшими молочными зубами Потом Все изменилось вот. Учитывая то, что Мне легко давалось практически все угу. Кроме физики Я стал, скажем таким Волком в овечьей шкуре Отличником Который Был ответственен за все пакости И гадости, которые творились в нашей школе То есть ты был башкетником еще? Ужасным, ужасным. У нас даже была с девчонками с первых парт первого ряда, у нас даже была лига гадючников. То есть вот контрольная работа годовая там намечается, мы ее срываем. Вот под моим чутким руководством я блокирую раздвижные доски, на которых учитель предусмотрительно написал аж 6 вариантов, чтобы мы не списали друг у друга. Вот я их там придумал как заблокировать Я, Кон ты... контрольная была сорвана там еще что- то в принципе как бы э, никто не знал откуда ноги растут а это был вот э, отличник паша Костиц. но но успеваемость моя при этом не хромала. Я всегда учился очень-очень хорошо, закончил школу с серебряной медалью. Uh, у меня были замечательные преподаватели по всем предметам, поэтому, Габи, не могу ответить, что мне нравилось больше, что меньше. Uh, у нас и химичка uh, так рассказывала uh, темы, что, ну, я не знаю, самые там отпетые двоечники uh, учились на 3 и на 4 у нее. Uh -huh. uh, по геометрии и алгебре тоже была Елена Николаевна ЧТД, uh, что и требовалось доказать, как она заканчивала каждую там теорему, мы ее звали ЧТД, что и требовалось доказать. Знаешь, я всех люблю и помню по именам, потому что это были настоящие, преданные своей работе педагоги, которые... Знаешь, те знания, с которыми я вышел из своей средней школы, я ими пользовался в университетах. Издавая экзамены там по философии, там преподаватель удивлялась. Откуда у вас такая информация? Я говорю, из конспекта 10 класса средней школы номер 4. Вот, Понимаешь? Школьное кохание, первое кохание, в каком веке было? Было в школе первое кохание, как зазвичай, знаешь, бывает там? Было. Так? Было, безусловно. Тебе все пароли, <laughs> пароль, пароль явки сдать тут <laughs> а, Моя одноклассница Наташа Сулимовская, вот, с которой а, мы а, еще и в детском театре вместе играли. Угу. То есть мы, мы с ней практически не разлучались, знаешь, там в школе. А, она... В театрі на репетиціях ана, але так сложилось, що е... влюблена вона була не в мене, а в моєго друга. Павло, оскільки заговорили про шкільне кохання, хочеться поговорити про теперішнє кохання? Я знаю, що ти не дуже любиш говорити про особисте, але в одному в інтерв'ю ти сказав, що. Зараз ти, твоє серце заняте. Да, і вопрос закрит. І вопрос закрит. З, я зачем просто, об этом говорити? Я просто хотіла запитати, а чи, люди, чи ця, людина шоу бізнесу? Uh... Вот, ответил, да. Выдохнул. Так, так, так тяжко. Ну, слушай, э, зачем кому-то знать, откуда этот человек? Знаешь, э, я счастлив, у меня все хорошо. Э, нет, э, не шоу-бизнеса, и, наверное, к лучшему. Зараз ты активно снимаешься в двух картинах, в фильмах. Расскажи секреты, что это за фильм, и когда они уже выйдут? Uh... Ты, наверное, имеешь в виду э, фильм Божевильни так. он летом был в производстве, сейчас у него уже постпродакшн, он в монтаже в 2022 году э, даст Бог, мы его увидим э, в кинотеатрах. Это э, дебютная режиссерская работа э, моего очень хорошего знакомого, друга. вот Не побоюсь этого слова, Дениса Тарасова, который в свое время сделал огромное количество форматных ярких шоу на новом канале. Э, потом на начал снимать сериалы и вот наконец-то в этом году человек дождался и я очень счастлив за него потому что это тоже и моя такая вот э, пока что не сбывшаяся мечта снять свой фильм э, у, Денис его снял этим летом и я играл там роль э, как-то мне везет знаешь человеку с добрыми глазами э, все время дают роли каких-то злодеев я играл э, врача-психиатра карательной психиатрии, которая в советские времена существовала, и всех неугодных власти, партии людей вот таким вот образом, скажем так, сводили с ума, в кавычках, uh -huh. вот и отправляли в спецучреждения, закрывали их вот Таким незамысловатым образом, делая из них сумасшедших. Вот я там играю, как раз такого вот врача Пугантя, который ответственен, да, вот он, он принимает решение: кому на свет Божий, а кого в темницу. Uh -huh. Вот, да. И был придуман такой образ: Денис долго сомневался в том, что я известный всем зрителям телевизионным зрителям да вот в образе ведущего битвы экстрасенсов они никак меня не отличат да скажут там придут в кинотеатр скажут, о, о о это, это же это из битвы экстрасенсов ну, посмотрите так. ему этого очень не хотелось вот чтобы меня ассоциировали напрямую э, с моей телевизионной деятельностью он утвердил меня уже на роль но до последнего э, дня перед э, э, Моими съемками в фильме он переживал за это, и я предложил ему решение проблемы. И в моих соцсетях, я думаю, что все могут посмотреть, что получилось, когда мне вот здесь вот накладные такие, знаешь, на моей лысине приклеили остатки былой шевелюры, знаешь, вот такие вот очки в роговой оправе, mm -hmm. да, которые там увеличивают глаза там в два раза. Вот получился такой вот типичный советский профессор, профессор да, вот такой вот гаденький немножечко. Mm -hmm. И я был очень рад, что вот Мое предложение по поводу вот этих вот э, наклеек, да, э, из волос, это три волосины, которые обычно, знаешь, так пфф, да, за, да, да, за, знаю. зачесывали вот на блестящую лысину там профессура вся. Вот по получился замечательный ну, образ. Я, я надеюсь в конечном итоге не просто визуально, но в принципе в целом образ получился удачным. А, я очень счастлив, что в моей жизни уже есть полный метр. Вот пусть роль небольшая, но но тем не менее. Угу. И ты сказал, что ты тоже хочешь снять свой фильм. Ты уже есть сценарий, который уже написано, правильно? Ну, Габи, я бы не хотел. Знаешь, не хочешь вот роз, роз, ни, роз, ни, рассказывать? Это, это ни в коем случае никак не связано с предрассудками какими-то, знаешь, и, или как говорят дуракам пол работы не показывают. Вот вообще не. Вот когда будет, тогда мы с тобой поговорим. Я с удовольствием расскажу тебе и про идею, и приведу актеров, и и чем черт не шутит, может быть, и тебя сниму. Может его я да. тоже снимусь. Вот, а потому, ну, okay. по потому что потому что это замечательно. Я уверен, что это будет замечательная комедия, комедия ужасов, новый wow. жанр от Павла Костицына, да. А что еще я мог бы снять, да, скажут наши слушатели? Когда дело дойдет до э, производства, конечно, будем об этом говорить. Я я очень не люблю вот эти разговоры э, на тему э, ваши творческие планы, да, они могут быть какие угодно, там упадет метеорит или там еще что-то произойдет и, и все, и нет никаких ну, планов. может ли вот ты веришь в те, что знаешь, когда люди кажут напред, то боятся, чтобы це там не сглазили. Не не, 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 у меня точно нет не таких такого? предрассудков, у меня там армия за спиной экстрасенсов, которая этот сглаз быстро снимут. Да, то есть в, этом, в этом проблем немає. Просто ну, даже, пустословить не люблю. Угу. Сьогодні я, я в Сторіс виложила, що ти будеш в мене в гостях на програмі, і люди тобі поставили запитання, коли зачитаю, ти да. на них швиденько відповісиш. Павло, хто ваш любимий победитель із якого сезону? А... в этом секрета никакого нет Яна посынкова из 15 сезона угу. замечательная девушка женщина которая в порыве страсти чуть было не покинула проект заблаговременно вот, она сама приняла это решение, хотела уйти, потому что э, посчитала несправедливым решение э, судьи относительно ее коллеги. Э, вот, но я ее уговорил остаться, и она потом э, э, во время церемонии награждения, когда уже стала победительницей, подошла с букетом цветов и так вот аккуратненько э, в ушко поблагодарила меня, сказала, Паша, спасибо, что э, там. Вразумили вовремя, uh -huh. иначе бы этого кубка не было в моих руках. Она Таролог и с первого до последнего дня прошла всего лишь с картами Таро, uh -huh. без всяких там черепов, свечей, четверговой соли и прочие атрибутики экстрасенсорные. С картами Таро дошла до финала и победила. То есть она. Меня в этом смысле очень сильно удивило. Сильный экстрасенс. Да. Э, существуют, ли, э, существуют ли экстрасенсы? Да, <смех> однозначно. <смех> ну, зачитывают-то еще пишут. А, Павла, вы забобонна людина? Нет. единственный э, вот в моей жизни, единственная примета, которая в моей жизни э, сбывается, это э, нельзя возвращаться. Угу. Я всегда, когда. Ну, вот, если телефон дома оставил, то точно не буду возвращаться, без него можно как-то несколько часов перекантоваться. Да, а... я бы постій... я без телефона не могу выйти в, в свет. Я завжди повертаюсь за ним. Постійно. Ты представляешь, какая ты зависимая. Але, а? я... <свят> але я завжди поделюсь в зеркало. Вот. Да, 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 тому... да, да, да. И, когда нужно вернуться, да, нужно посмотреться в зеркало, и потом mm -hmm. перед выходом снова посмотреться в зеркало. Я все это делаю, вот, но. Я не скажу, что я э, забубонна людина. Uh -huh. Ну и запитание от меня. Э, про что мечтаешь? А, знаешь, э, если бы мне было сейчас лет 15, я бы, наверное, сказал, э, что мечтаю о... Э, э, телевизионной карьере, хочу быть телевизионным ведущим, хочу сниматься в кино, в сериалах, хочу выступать на театральных подмостках. А сейчас в 46, вот как на духу говорю тебе, я мечтаю о мире. О мире для всех. Вот. О спокойной, счастливой, благополучной, размеренной жизни. Я понимаю, что для многих это прозвучит сейчас как утопия, которая невозможна, но я знаю, что это возможно. Вот. Я не говорю сейчас о том, что вот бы откатить время там, лет на 10 назад, там, когда доллар был по 8 или по 5, вот, вот об этом я мечтаю. Все люди мечтают о стабильности, все хотят э, быть уверенными в, в завтрашнем дне, а это э, может подарить нам только мир. Я мечтаю о мире. Это правда, это просто сейчас речь всі в нашій країні і на останок я знаю що ти зараз граєш в театрі можна прийти на твій спектакль і ти сказав що ви гастролюєте по Україні люди які нас слухають слухачі де буде в найближчий час спектакль що це і куди можна прийти Ну это мой первый опыт в театральной антрепризе в... Продюсеры театрального агентства «ТиАрт» пригласили меня год назад попробовать, uh -huh. <свят> знаешь, как свою медийность, скажем так, презентовать еще и в такой форме, да, и поначалу были сомнения, я слишком давно не выходил на театральные подмостки велика была вероятность облажаться, знаешь, так. <laughs> но другого слова не подберешь, пусть оно звучит грубо, но я так к этому и относился, вот, но когда начались пе первые репетиции, э я понял, что спектаклю жить, и в такой компании, шикарной женской компании, замечательных украинских артисток, э Ксюши Вертинской, э Даши Петрожицкой, Ани Кошмал, э Анжелики Гирич, э э в кого я, еще, э Веры Кобзарь, э и, и, и я просто растворяюсь. Угу. Спектакль э, э, Сильные и слабые женщины. Э, премьера была вот 23 э, октября в Киеве, и сейчас мы гастролируем с ним по Украине. В ближайшее время с моим участием спектакль состоится. Я, кстати, тебя приглашаю. Аж 8 марта. Ого! Так что... Заходите на сайт театрального агентства Театр, следите, как говорится, за афишей, приходите, буду рад. Судя по тому, как мы заявили о себе уже в Харькове, в Херсоне, в Одессе, спектакль людям нравится, и я доволен. Счастлив, что принял участие в этом проекте. Класно. Ну, лишається нам усім чекати 8 березня і прийти до тебе на спектакль. А ти обов'язково в сторіс викладай свою афішу і нагадуй нашим слухачам. А ми всі, хто не підписався, підписуйтесь на Павла Кості. На, на, його сторінку в інстаграмі. Я тобі... Спасибо за рекламу, дорога. І я завжди викладаю актуальні наші прем'єри, актуальні спектаклі, актуальні події. Якщо хто підписаний, їм точно не на что жаловаться, они в курсе всех всех моих проектов однозначно пустыми сторис не вижу смысла забивать свою страничку вот нужно чтобы о чем-то о чем-то Окей. Okay. я тебе дякую щиро спасибо uh, тебе за что пригласил пожаю успехи и всего наилучшего это была программа Кава с молоком завтра на мой за тиждень и я вам кажу чао что субботы с ранку до Габриэлы Массанги завитают celebrities Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить? Невимушені розмови про життя. Щосуботи. Кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 ФМ. Дивись на Ютуб каналі Київ ЕФМ.